Всем привет, меня зовут Фролов Илья, это пеший марш-бросок Выборг-Владивосток. Всем привет, меня зовут Фролов Илья, это пеший марш-бросок Выборг-Владивосток. Выборг-Владивосток. Амурская область начинает оживать после зимней спячки. Все цветет, все пахнет. Так что, Благовещенск, я иду, встречай. Все цветет, все пахнет. Сейчас я в славном городе Шимановск. Дорогие жители, всем привет. Все цветет, все пахнет. Все, кто будет проезжать мимо меня, останавливайтесь, фотографируйтесь, здоровайтесь. Мне очень приятно, это меня подбадривает. Я это пеший марш-бросок Выборг-Владивосток. Что вообще происходит? Кто я? Куда иду? Меня зовут Фролов Илья, это пеший марш-бросок Выборг-Владивосток. Что вообще происходит? Кто я? Куда иду? В 2015 году, 1 марта, я вышел из Выборга. Это Ленинградская область, на границе с Финляндией. Все цветет, все пахнет. Я решил сделать большое пешее путешествие через страну длиной 10 тысяч километров. И в этом году, в ноябре, я планирую закончить во Владивостоке. Путешествие затянулось несколько дольше, чем я планировал, потому что зимы крепкие. Амурская область начинает оживать после зимней спячки. Все цветет, все пахнет. Сейчас я в славном городе Шимановск. Дорогие жители, всем привет. Пеший марш-бросок Выборг-Владивосток. Все, кто будет проезжать мимо меня, останавливайтесь, фотографируйтесь, здоровайтесь. Мне очень приятно, это меня подбадривает. И я всегда рад людям, которые проявляют активную жизненную позицию. Так что до встречи на дороге. Пока-пока. Меня зовут Фролов Илья, это пеший марш-бросок Выборг-Владивосток. Меня зовут Фролов Илья, это пеший марш-бросок Выборг-Владивосток. Выборг-Владивосток.